Подъехали пожарные. Первый экипаж. Слева, рядом со столбом, лежит труп мотоциклиста. Он, собственно, сам мотоцикл. Ну и карета скорой помощи. Пожарные сейчас приступят к тушению. Тут ДТП произошло с мотоциклистом, мотоцикл вон слева от столба лежит мертвый. Сам момент ДТП я не видел. Но пожарные потушили оперативно. Нет, в машине был таксист, он вышел. В машине вроде никого не осталось, только погиб мотоциклист. Вот водитель. Я думаю, что было скользко, и мотоциклист просто влетел под таксиста. Вы не знаете вообще, как произошло вообще все? Слышу сзади удар, прям вот машина сразу загорелась, мотоцикл валяется. Каска вот туда улетела? Каска? Ну, мотоциклетная, да. Ага. Вот. И вот он, парень, лежал там, его перетащили, чтобы не загорелся. Сам момент столкновения не видели, да, как произошло? Сзади. Ну, скорее всего, таксист ехал оттуда, с центра. Мне кажется, скользко, ну, на дороге скользко, может, сухо мотоциклист... Было. Сухо было еще? Да. Ну, только-только начинал дождь идти. Там, по-моему, вот один шлем там лежал, не знаю, этот, не этот, а другой там валялся шлем. А в машине, скорее всего, никого не было, да? Наверное, машине, только водитель такси. Я не знаю, он что-то говорил, там что-то спасти кого-то, не знаю. Может. Спасти, вот я пытался помочь оттащить мотоциклиста, но он уже, у него ни пульса, ничего, сейчас я не знаю. Что, тащить смысла нет? Ну, хотя бы, чтобы не сгорел, чтобы... А он сегодня переломный, еще больше сожмет, порвется. Я даже не видел, не слышал, что мотоциклист так проехал громко, там быстро. А таксист реально, скорее всего, на газу, скорее всего, газ рванул моментально. Ну, там раза два-три взрывалось, наверное. Ну, за это шина уже, скорее всего, потом. А может быть, да.
пытаются откачать. Я не знаю, смогут, не смогут. Наверное, мне кажется, навряд. Саш, я не вижу номер мотоцикла, там, но там выгорело все, а подойти пока не могу. Там уже пожарник орёт на водителя каблучка. Нет, мотоциклист, скорее всего, скончался. Он лежит слева от пожарной машины. Его пару раз пытались прощупать пульс. Но, судя по всему, действительно так и было. Я не знаю, не видел самого момента столкновения, но таксист, скорее всего, на газу. И от столкновения с мотоциклом взорвался моментально газ, моментально все вспыхнуло. Но мотоциклист не горел, не горел. Я все, ребят, его накрывают там. Ай, там печально. Все, зафиксировали смерть у него. А в такси, по-моему, был всего лишь только водитель такси. Он сейчас в скорой находится. А вы не видели момент самого столкновения? Да, мотоциклиста я видел, я его пытался оттащить. Видел? Но я видел уже, когда он лежал, я момента столкновения не видел. Я видел, когда машина еще была машиной.
номер машины такси 946 ТН 750. R946 ТН 750. Все, его накрыли. Мотоцикл. Ну, мотоцикл, не, я не вижу ничего, ни номера, ничего. Там, а где сотрудники полиции сказать? Я, оказывается, припарковался рядом, там шлем лежит рядом с машиной. Смотрите, там на той стороне шлем лежит мотоциклиста. Желтая машина на аварийке стоит. Желтая машина на аварийке. Там шлем его лежит. Блин, Саш, я не пойму, какой тут мотоцикл, спорт, не спорт тут. Ну, блин, сам видишь, от него ничего не Судя по всему, в заднюю левую часть. Да, в заднюю левую часть, потому что там, по-моему, часть мотоцикла осталась под... А, это, по-моему, бензобак мотоцикла под колесом. И от этого, собственно, и загорелось. Под задним левым колесом бензобак мотоцикла. Это Москва, Коломенская набережная.
Водитель такси выжил, водитель мотоцикла, вот он. Почему три? Один. Один водитель мотоцикла. Водитель этого такси сейчас в скорой помощи находится. Ну, у него просто этот... срыв там. Я не знаю, как это, паника. Что произошло? Я ехал по Коломенской набережной вот со стороны третьего транспортного кольца в сторону проспекта Андропова. Увидел этот пожар. Остановился, естественно, чуть подальше проехал, вижу пожар, чтобы не взорвалось. Жену везу в машине. Отъехал подальше, бегом сюда. Попытались оттащить сначала водителя мотоцикла. Оттащили, пульс у него не прощупывался. Подъехала первая скорая. Здесь все горело, полыхало. Ну, немножко страшновато было, конечно, подойти к машине, но что-то как-то об этом особо не думали. Оттащили, пульс не прощупывался, продолжало гореть, подъехала пожарная, ну и вот я дальше уже начал снимать, уже ничем не мог не помочь, ничего. Вообще дерзкий. Он тут так орал только что на одного водителя машины. Куда ты едешь? Ты не видишь, скорая едет. Иди нах отсюда. Я тебе сейчас выйди, я тебе сейчас набью. Но я не буду все передавать, что он говорил. Ладно, ребят. Сворачиваюсь, наверное. По-моему, я не знаю, что, Саш, что, по-моему, произошло. Я вижу, что мотоциклист влетел в таксиста. Мне, вот честно, мне почему-то кажется, что виноват водитель мотоцикла. Я не могу объяснить, чисто интуитивно и потому, что вижу. Как водитель, он не мог. Начал перестраиваться, ему взад влетели. Влетели взад, немножко развернул. Кстати, тоже вариант. Начал перестраиваться, влетели взад, немножко развернул, и бензобак остался вон под колесом. Моментально все вытекло и взорвалось. Еще раз, это Москва, Коломенская набережная. Так, ладно, ребят, все, я, наверное, заканчиваю снимать. Всем удачи. Прослушайте видео, кто поздно подключился. Водитель такси вышел сам. Он еще успел какой-то пакет вытащить из заднего сиденья автомобиля. Прямо из горящей машины уже доставал какой-то пакет. Водитель мотоцикла погиб. Водитель такси выжил, находится вон в той карете скорой помощи за пожарной машиной. Его немножко приводят в чувство. Он тут дядечка бегал, просил
помощи, чтобы помогли ему оттащить. Оттащили вот насколько смогли, вот до столба. Сами боялись еще навредить, потому что нельзя с одной стороны без сознания человека тащить, но с другой стороны он лежит в метре от огня, он бы поджарился там.